вы на канале Королевские куклы. Прямо сейчас подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы всегда оставаться с нами. Привет, ребятушки, привет, мои дорогие. Ой, в туалет хочу, ой, сильно хочу в туалет, ребята. Свет включите. Ой, не подглядывайте, пожалуйста, сейчас бабуля выйдет. И срочно нам надо будет принимать скорую помощь. Ой, подождите, ручки помою быстренько. А, так, вот эту штучку побрызгаю на ручки. Так, 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 вот так помою, потому что... Ой, туалет, что ты ко мне прицепился? Ой, бумажка туалетная, так. Вот так ее туда выброшу. Вот так, ой, смою какашечки, смою. Хорошо. Так, все. Выключайте, закрывайте. Мы ждем, идем. Кто-то приехал, новые больные. Ой, а мне тут встречать нужно. Здравствуйте, кто вы? Кто вы? Вы кто? Хеллоу, хеллоу. Вы вообще как ездите вы наверх? Ой, спасибо. Вот это да. Я настоящая бабуля. Такая классная. Желтенький. Вот это красоточка. Нет. Беленький даже все-таки врач. Так, вот это заберите свои штаны обратно. А что у вас тут еще есть? Что свое? Вот так. Да. Так, бабулинки на пусть полежит. Так, а что вы еще делать умеете? Робот, вы вообще ездить умеете. Как вас включить? Ой, кого-то привезли. Ладно, мне некогда с вами болтать. Здравствуйте, кого вы там привезли? Быстрее показывайте. Я тут бабуля-врач. О, здравствуйте. Я скорее, скорее нужно. Кого-то там привезли, кому-то очень плохо. Ой-ой-ой, что же делать? Мамочки, там кого там вытягивайте? Ой, давайте, вы вывозите, вывозите девушку. Так, это ваш чемодан, вы же врач? Это ваш чемодан, вы же доктор? Так, скорее, скорее, девушку нужно вывозить, нужно ей тут маску ставить. Слушайте, а как открыть так, чтобы увидеть девушки на лицо? Вот можно это вынести? Вынесите ее, пожалуйста, вот на, вот сюда. Выносите ее. Конечно, конечно, сейчас я ее вот так положу. Вот так, что с ней? Ай, зуб у нее, зуб, скорее к зубному доктору. Ай, мамочки, зубы, это так больно, сейчас я попробую. А тут что у нас есть в ящичке? Так, палка какая-то. Дайте я уши посмотрю, вдруг она... Так, уши, уши покажите мне, уши. Девушка, вы что, меня не слышите? Ай, мне плохо совсем, мне зуб болит. Ой-ой-ой-ой-ой, так, подождите, где-то палка тут у меня была. Укол? Нет, укол делать не буду. Вот, я ее послушаю. Так, дышите. И где опять делать эта штука? Да что, что такое, когда спешишь? Вот у вас тоже так, дети. Вот у вас тоже, ребята, так. Когда спешишь, все из рук валится. Ну, почему оно не садится в мои уши? Я же хочу ее послушать. Ну, вот так, дышите, не дышите. Слушайте, ну, не понимаю. Чей-то инструмент тут мне подсунули. Что тут лежит еще? Так, это шприц. Что тут еще? Вот это вот, вот белое. Так, это мы разобрались. Это шприц, а вот это что? А вот это белое там. Еще что-то там лежит, какая-то палка. Так, подождите, дайте я все высуну. Вот это что? Пустое? Вот, вот это что вообще? Так, откройте вот, пожалуйста. Так, держите это. А, уши, уши ваши посмотреть. У меня уши не болят, у меня болит зуб. Ой, зуб, зуб. Так, ладно, палки давайте сюда всякие, палки, копалки. Так, закройте чемодан этот, пожалуйста, закройте этот чемодан. Да что ж это за чемодан такой? Слушайте, что вы мне подсунули за чемодан? Он ничего не закрывается. Как его закрыть, а? Ну, ёлкин-палкин. Не закрывается чемодан. Ой, мне больно! Ой, скорее ведите ее к доктору, что вы медлите? Ах, я что вам? Врач-стоматолог, подождите. Чемодан мне мой нужен. Он не закрывается, ля. Не могу его закрыть. Ну что ты будешь делать вот вообще? Ребята, короче, мне придется бросить чемодан тут, он вообще не закрывается. А что у нас там дальше?
А, здесь еще кресло-качалка такая есть. Каталка. Так можно ее вот на сидячую каталку. Зачем же ее там на лежачую-то? Ну, заберите вот эту штучку. Я вообще не понимаю. Оно почему-то не дает мне закрыть. Ладно, давайте, товарищ водитель, пересаживайте девочку сюда. Куда ты сам уселся-то? Что ж вы не понимаете, что ли? Вот. А сейчас подпишись на канал, нажми на красную кнопочку, ты станешь нашим подписчиком и всегда будешь смотреть самые интересные и самые модные мультики. И сейчас я повезу эту девочку. Смотри, о, тут швабра с тряпкой. Хотите, машинку вам помою? Та-т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 а
люблю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ой, зуб болит. Так, тихонечко, девочка, сейчас я машинку помою, и мы едем вам зуб лечить. Ну что вы ее мучаете? Все, я поехал. Ой, куда ты поехал? Ты на тележке куда-то далеко не уедешь. Ты что тут катаешься на тележке? Ой, посмотри на него. Катается на тележке туда-сюда. Тут чемодан не закрывается вообще. Так, все, аккуратненько туда сложили. Так, аккуратненько, глянь, действительно, чемодан совсем не закрывается. Ну ладно, что-то у него заело там, наверное, с закрывашкой. Зуб болит. Так, хорошо, зуб. Все на мне, понимаете? Все на мне. Вот я вообще прям вот такая бабуля, все успеваю. Так, идите, садитесь, пожалуйста, и едьте за следующим. Ой, наконец-то. Фух, хоть он уехал. Так, тележку на место поставить. На место. На место, понимаете? Ну как же я здесь брошу-то свой чемодан? Что он мне чемодан отдал и уехал? Этот еще и не закрывается. Зуб болит. О, следующего привезли. Мамочки, я еще с этим не справилась. Что такое? Как много больных. Здравствуйте, я привез больного. Показывайте, у вас там кто? Кто у вас? Ой, быстрее забирайте его. Ему нужен укол. Ай, что это вы вообще мне тут привозите так много? Положите его на место и закройте дверь. Я еще эту не отвезла. Так, девчоночка, девочка, поехали. Ай, как мы... А вы вообще тут что, так быстро закройте чемодан, а мы поехали, в общем. Так, хорошо, поехали. Так, а вы вот этот робот... Ага, у вас тут еще что-то работает у робота. Нет-нет, хеллоу. Так, то белье мы поняли, что вы там это. А что у вас еще здесь есть? Ну, понятно, вы робот лекарств. О, вот что мне надо, конечно. О, круто. Ты тут такой крутой, а я думала, у тебя только лекарства. Ой, только там эти. Ого, слушай, так ты давай за мной ходи. Смотри, здесь, короче, нужно куча больных тут, понимаешь ли. А где вода течет вообще? Вы слышите, что вода течет? Камера нас снимает. А сейчас подпишись на канал. Нажми на красную кнопочку, и ты станешь нашим подписчиком.